Повер метр, блин. Дрейк, показать ему, где находится? Да покажи. Это, сейчас, жди меня. Хорошо? Угу. То чувство, когда успел доехать до станции. То чувство, когда успел доехать до станции? Да. Круто. Там до парка в плане того. Так, седьмой это не то, нам нужен четный. О, привет, парк. 42-й. А, Стёп, сейчас ко мне телепортнёшься, когда я скажу, хорошо? Что, мне отвозить состав, оттащить назад? Откуда, зачем? Да, нельзя. Сейчас напряжение будет сниматься. А где там, на рельсах, что ли, труп, или где? Да. Да, да. По инструкции, до того, как самое тело не изъяли, нельзя... Продолжать движение. В машине, да. Вообще совершать какие-либо передвижения. Так, потому давай ко мне телепортируйся. Телепортируйся как есть. Что, если принял торможение, оставить все как есть? Стёп, ты сказал, если принял торможение, оставить все как есть? Применить. Я говорю, применить экстренное и оставить все как есть. Понятно, давай ко мне, Стёп. Стёп, телепортируйся ко мне. Стёп, слышь? Во. Да. Вот здесь. Это где находится? Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Не вот здесь, вот где я стою, блядь. А, все, нашел. Блядь, вот так бат, сука, спалил, тварь. Да блин, ладно, я все равно не понял, где это место находится. Кто спалил? Оно находится вот здесь, после парка, по второму пути. После парка, по второму пути. Окей, окей. Мне все равно интересно, что... Ну, я главное, знаю, чтобы ты потом никому не говорил и сам не баловался. Ну, я так. Понимаю. Движение снято. Типа я ну, вот говори в игру. Его и... Подожди, да. Подожди, сейчас я на туда телепортную станцию пью. Страйкер, дай мне доступ. Где там человек? Я прошу Андрея дать мне доступ. Да ты и так можешь. Не могу я, Овнир Страйкер. Страйкер, дай ему доступ. Все, бросай бомжа. Своего же. Надо накрыть его черным пакетиком, а то люди, как бы нервы не у всех крепкие. О, все, я могу его. Могу его выкинуть. Да не надо швырять, блять, ну мы РП-то играем, а ты хуйней страдаешь. Ну все как правильно, ему отрубило ноги. Как бы да и. Не отрубило, а загнуло, слепые вы, блядь. Так, я пошел оказывать ему эту первую медицинскую помощь. Вот, иди сюда, затаскивай, слышишь, затаскивай сюда, дверь тут, иди сюда ко мне назад. Сейчас ты его будешь засос, да, целовать. А. Сюда иди. Сюда иди. Пошли. Ну пока вот иди что-то назвали. Сука, дверь открывай. А? Он нормально. На кушетку его. Все, оставляй. Оставляй, оставляй, пускай. А это старый за декабрь. 15-го года. Че за декабрь? Это не тебе. А может сортир? Вот тут есть сортир? Блять, че вы делаете? Ой, ну вот дураки, блядь. О, глаза выкатились. У кого-то понос, да? Недержание. Блять, я говорю, на толчок надо было посадить его, ребят. Вы дураки, посадите на толчок его. Да поздно уже. Еще нет. Что-то ему как-то не очень немного. Откройте дверь. Дверь откройте. Так, ну, это как кто? Есть. Во! Ну, бля, нет. Почему у меня нет головы? Потому что отрубило. Да отойдите, блядь, я не могу. Кто меня держит, во? Сойдет. Да блять, не трогайте его, все. Да вы дебилы, сука, нахуя ты это делаешь, Страйкер? Он лежал так пиздато. О, выйдите, тут Дрейк срез. Ёб вашу мать, пидоры. Ай. Че за гомосятня, блять? Видите, блять, я где твои? Где твои?
Этот, Витя, где твои скриншотики? У меня на компе, где, блядь? Слушайте, я понял. Чего? Да подождите, вот Стёп, что говоришь? Ты заскринил, я говорю? Да-да, я вас заскринил, дураков. Дрейк, вот представь, вот сидишь ты на толчке, врывается маньяк и начинает палить по трупу, который лежит в толкане. Твоя реакция. Диспетчер! Диспетчер, я машинист там 78 маршрута, сидел в сортире, зашел, какой-то пидор, сука, расстрелял рядом со мной лежащий трупак, я обосрался. Помогите. Неплохо сидит. Вон все вышли из туалета, видите, я голый сижу, блядь. Не пиши ты в костюме.